Ну что, ребят, с добрым утром. Сейчас, наверное, мы с вами немножко пробежимся. Разговаривать я не буду. Наверное, смогу наложить звук какой-нибудь. Ну и давайте посмотрим, что интересного. Время сейчас без 15:07. В общем, решил я как-то что-то поменять. Начать жизнь по-другому, с пробежек. Давайте потихонечку с вами начнем. Оденем на лоб. Сейчас мы также оденем наушники. И давайте пробежимся. Ну что, добежали мы до нашей работы. Фу, блин. С непривычки тяжело. Чистый воздух просто опьяняет. Ну и, в общем, сейчас побежим назад. Примерно как раз засек. Примерно должен получиться час. Потому что назад мы будем бежать в горку. Давайте покажу, какая все-таки у нас имеется красота. Ну, реально круто, ребят. Поэтому сейчас, конечно же, побежим назад в таком же темпе и посмотрим, что из этого получится. Ну, как бы так. В общем, ребят, у меня почему-то предложение какое-то бестолковое. И всего лишь получается, в общем, на 30 минут почему-то рассчитано. Поэтому сейчас мы с вами пробежимся еще раз. И тогда получится целый час. Потому что что-то почему-то 30 минут для меня бегать это мало. Нужно бегать именно часок. Ну что, попробую, наверное, бежать и рассказывать вам много чего интересного. Стартовали мы от морского порта. Расстояние, на которое нам нужно пробежать, составляет 4 километра. Но я думаю, что ветерок и вам некомфортно, поэтому просто наложу музыку. Ну а сейчас
я тоже буду бежать под музыку, ребят.
Если честно, я раздолбался. Я просто офигел напряжение. Сейчас, по идее, надо делать заминку. Заминку в гору. Ну и вот, часочек побегали. Поэтому всем, ребят, доброе утро. И самоизоляция, конечно, хорошо, но бегать нужно. Фу, блин. Заминка у меня офигенно попалась. В гору я уже ног прям не особо чувствую. А теперь всем пока и хорошего дня.